А мы подумали, ты нас кинул. Ну ладно, это самое, там есть Да, не, возможность я сидеть. бы. Если бы я кинул, я бы сказал, нахуй надо, и вышел бы просто. Ну тогда сиди на стриме, пока есть возможность. Это самое. Заодно посмотришь, как на воду выглядит эта хуйня диспелить. Этот, кто он? Дай ассиста еще на воина. Мост. Всем, да. Мне надо вот так всем забрать. Так. Ну, типа, да, вот без этой залупы завидую, не завидую, блядь, ну. Что, у тебя РЛ запускай, ёбаный в рот. А, я жду стрим. Лол, блядь. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Сейчас ловушка будет через 2 секунды. Стрит у нас. Борда дозвони, но в деклоне отдыхайте. Близко не подходите к ней. Сейчас ловушка и чума будут сразу. Ловушка на мне, отбегаем лишники. Ловушку в РДД зоне, отбегайте. Чума. В мили-зоне ловушка, ближники сбежали. Вот теперь этот шалфер вынесет чуму. На холи дреньки ловушку отбегай. Шаркаря забирай второго. Сейчас будет это. Где-то, блядь. Еще ловушка. Ловушка в РДД зоне. Спирит, выноси чуму. Респойте. Ловушка в РДД зоне, отбегайте. Этот холидринок вот этих мелких, старайся много не забирать, надо, чтобы шаркари умирали. Все не лучше в РДД зону бегут, их там добьют. И стан давай под этот, под выступление. Вот, все, незыбку, незыбку, давай побежали на край побежали. Я как быстро перевели, блядь. Ах, это, холидринок, уводи нахуй их от рейда, сейчас чума будет прыгать, блядь, сейчас убьет весь рейд, че? Все, вот там стой, чтобы тебя хилы доставали. Ага, я понял. Бертик, холидринк. Из-под трэша отойдите, на нем чума. Так, сюда. Чуму. А ну это вайб, блядь. Вы чё, блядь, сука, нахуй? Вы чё как эти, нахуй, как алкоголики, блядь, какие-то играете? Честное слово, блядь. Вы чё, ну не шай, не, блядь. Пизду нахуй, аж, блядь, аж, фу. Надежда.
Все то же самое, что, блядь, в обычной, блядь, этой, как ее называют, игре, блядь. Там, где в обычке вы стоите шаркарей, держите там где-то в стороне, то есть, условно, ты вот, кончилось, мы перебегаем, ты с этими шаркарями бежишь в сторону, весь рейд встает в другую сторону, то есть, так же, блядь, ну, так я от рейда и отводил. Ты через шаркарей просто бежал, да и все. Мне там некуда, негде было просто бежать. Я от рейда отводил их. А чего ты сдох? Шаркарь убил. Шаркарь убил. Да. Две плюхи по 34к. Ну вот, это вот этот момент, когда они в Берсее, им надо стан давать. Это не прохиливается, ты надо станить. Ты не дают берсу, ты даешь стан. Но там не получается дать. Там один прожимает берсу, второй только начинает ее через 2 секунды кастовать. Первый скастовал берсу, ты дал стан. Второй уже прокастует ее. Ты ему либо ходж даешь просто, либо... Ну, ее можно одного можно прохилить. Я не заметил сейчас, как ты танчил Холидринг. Сколько ты мобов собирал? Ты не видел, Биг Дэм? Да хуя. То есть у тебя, ну, не должно быть дохуя маленьких мобов, то есть ты их под себя не забираешь. Ты вначале берешь одного, стоишь его убьешь, потом появляется шаркарь, у тебя должно быть два моба. То есть один маленький, вот этот вурдалак, и один шаркарь. Потом, да. Когда вурдалак умирает, ты берешь к себе еще одного вурдалака. Все, то есть у тебя, ну, должно быть всегда два моба. Потом появляется второй шаркарь, ты себе оставляешь все два шаркаря и больше мобов не берешь. Ну, максимум ты можешь еще одного вурдалака взять, там, на себя затаунтить, так, по приколу, но не больше. Когда, ну, много, они... Когда два шаркаря вообще не таунтишь. Если вдруг у тебя первый шаркарь сдох и остался один, то ты можешь еще одного забрать вурдалака. Остальные вурдалаки, это будет ауешиться, вон, кто там у нас, Спирит, и кто там, и Призен, вот они эту хуйню зауешат, два милика. Понял. Правило двух мобов называется, это исполняй, и у тебя заебись будет сейчас с шаркарями. Там бы, если бы мелких не было, они бы умерли, короче. Мы перебежали, они бы уже умерли. То есть там даже бы ничего не пришло. Ой, дай Макс столик. Все, я запустил босс. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Маком кричит. Твои крики послужат доказательством. Хуй себе, да. Не знаю, как Сауш и ПМК заебись. Мне прям нравится. Еще бы там пару шмоток выбить и будет нахуй 50%. Гайд номер 700-880 тысяч, нахуй, 23, нахуй. Не стоять с ебаным лечом с пула, нахуй. Ебаный в рот, нахуй. Спирит, нахуй. Ну. Верила. Сдохшего, блядь. А ловушка на Холидринке. Уйди. Блять, как жалко, что вы это не видите, блять. Я это увидел. Шаркаря забирай. На милишниках ловушка, бежим. А где ловушка? А, меня наебали. С ДД был. Ну ладно, на всякий случай, по. Тренировка. В РДД ловушка. Сама на шалфере и в РДД ловушку. Это, когда мелкие мобы появляются, там спирит там по веерами покрути, нахуй, чтобы они хотя бы там... Ну... Ты проведи лича сильно далеко РДД от тебя. Да, сейчас ловушка на милишниках, подходите. А чё у нас мобы скопились? Милики не уешат совсем, да? На мели ловушка бежим.
На Холи Дринке ловушку бери. На Холи Дринке чума и ловушка. Я здесь спылился. И ловушка вылетит. Поздно за ловушку. Улетел. Ну, Холи Дринку тяжеловато, не танковал, наверное. Ему похуй. Он будет рифсами, он первый таргет, он не видит нихуя, он бьет, кто первый стоит рядом. Он сначала въебал, а потом такой, я же не должен. Пошел там кабить. Блядь, да, ну тут он же не должен. А? Я все понял, косяк вообще. Ну и первый раз такой вижу, что под рифсами прям логи въебал сразу. Не вы там, вурдалаки по три выходят, вы там с Призаном и Спирит и ДК танк, вы, блядь, ауешьте их какой-то хуйней, там доты на них навешивай. Пускай они на вас висят, а нахуй, они на РДД, нахуй. Ну, вы мои пожалели. Доты, мое камфу слабее, блядь, камфу РДДшников, потому что мои доты, они, ну, типа, раунтить я их не буду, пахи я в них давать тоже не буду, нахуй. Ну, вы их заливайте, они нахуй не нужны. Пал себе возьмет одного, блядь, они нахуй не нужны, как бы. Нам на РДД их кто заливать будет? Нам свичиться в них или чё, чё вы, блядь? Вы со спиритом ебаните, призаны спирит, ебаните ауешный, ТТМ там нахуй, ну, два вот веера дайте. Спирит, у тебя есть на пул, они появляются примерно раз в 30 секунд. Вот ты духи, вот они... И напуливать начинаешь в тот момент, вот они начали вылазить, да, ты их не пулишь. Вот они вылазят, вылазят. Как только они вылезли, блядь, и побежали, тогда ты напуливаешь, и они на меня все садятся, тогда и потом вы их там еще пару овешных хуешь, ну, и все, и они бьются, дамажутся. В общем, вы их мелизона должна заливать, вот и все. Ваша задача мелизона залить их. Они заливаются просто быстро. Просто вы не воины. Роги всякие. Мути так у них тоже есть АУЕ, просто они не играют через него. Они там заливаются быстро, блядь. Просто вы играете в лича. Пару вееров дай, чтобы они на вас остались, и уже дальше лича бейте спокойно. Я хуй знает, как у тебя вообще тогда там получилось, блядь. Я уже сколько раз пробовал, блядь, у меня не получается так. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил. Давайте мы вторую фазу посмотрим сегодня или нет, блядь. А лучше третью. Че надо ДБМ всем скачать нормально, и вот это мусор, который у вас стоит. Ну не знаю, моему ДБМ вполне нравится. Он единственное, где пиздит, это ВЗА с таймингами чуть-чуть. Ну, с таймингами берсы. Да, вот у меня такой же, у меня ВЗА пиздит, а больше, ну, алка контент у меня все четко. Он, кстати, там только с таймингами берсы пиздит, а остальное все пиздато. О, мобы побежали. Я даже, блядь, лужу дал, но вообще похуй. Ловушку в мелизоне отошли. Сейчас маленько лича поверну там. Вот. Давай нахуй иди сюда, блядь. Ловушка в мелизоне опять отошли. О, видишь, наша конфу сильнее, чем в ДДшников, блядь, на плане.
Да ебать. Блять, ну... Я не могу нахуй привыкнуть, блять, что мне еще надо танку анонсить второму, блять. Ну, а там спирит пробежал прямо в ловушку, нахуй, и там чуму диспелили с него, и они благополучно с холидринком улетели, нахуй. Ай, блять, бомжи, сука. 16-м. У тебя нет ДБМ, что ли, вообще, что не показывают? Ну, он через раз показывает, блядь. Ну там под тобой прям такая вспышка появляется, не знаю. Я знаю, что вспышка, но из-за мобов оно не видно. Я хуй, у меня камера сверху выкручена. Что там, Геншин зашел, нет? Я перезайду. Выбросил. Геншина нету. Не, я могу зайти на УТ потанчить, блять, мобов. Мы тут с тобой все можем, нахуй. Вот только все остальные 8 людей не. Войд зайдет на ГДК потанчить. Ну, блять, ну нельзя, нахуй, блять, все за всех сделать. Сука, ну просто нельзя, блять. Не, ну там есть нормальные, кто нормально играет, блять. Ни разу не говорю. Ну вот Спирит не знает, Холидринг не знает, ну что там еще? Диспелит только один двоет умеет, блять, остальные нихуя не умеют. Да тут уже знает, тут надо просто видеть вот все. Тут, ну вот, одна, то есть, ну, просто видеть. Там, ну, условно говоря, вот мне надо видеть, да там, вот как танку я вот тут танчу, мне надо видеть. Ой, куда, типа, лужу подо мной. А танку, который мобов танчит, там надо видеть, когда они. В берсу впадают, видеть, когда лужа появляется. Ну, еще карта. Когда твинка он... создаете любого, блядь, сулфир, вот сразу читайте все способности, выставляйте все, сука, на панель, блядь. Все надо делать. Надо уметь диспелить. Надо все, что твой класс умеет, нахуй. Надо все это поставить на панель и все это уметь применить, блядь. Вуду, блядь, надо поставить всем, нахуй. А то с хилботами с какими-то сидят, блядь, с обоссанными. Вот Геншин где, блядь? Ушел? Ну, вот не согласен. Если я хилбот наставил под себя, я вижу все, что мне надо. Ладно, я сейчас не про славку, я же... Я, кстати, даже не слышал, что... За анонс. Ну, это другой момент. Ёбаные уёбки, еще и перезагрузка, нахуй. Короче, два трая у нас, нахуй. Можно и 3 сделать. С учетом того, как они быстро проходят. Что там, холидринг, призм. Холидринга надо засумонить, блин, далеко. Да, портуюсь уже. Эли прибыли наконец, хваленые силы света. Мне. О, нихуя, мы тут уже час. Траем. Ну как траем? Мы даруем тебе быстро. Делаем попытки. Более быструю, чем начать. Заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Тоже выходит, что у нас ребут прямо в начало РТ выпадает, да? Ага. Да. Прикольно. Мы в целом сейчас вот одни посмотрели на лича, другие посмотрели на лича сейчас. Смотри, к 25-ке у нас вся гильда уже побудет на личи и увидит на него стрету по факту. То есть это... Ну... Миша, вы не хотите в десятку ходить, или что это? Стерильно успел кинуть. Ой, дал эту лужу, давай вот сейчас на пул, давай там, иначе. Там РДД ловушка. В мире ловушка на этом, на спирите ловушка, на спирите не взорви нахуй там никого. А, пижон наебал. Ну это я улетел, бля, я долбоеб.
Написала на спирите. Подожди, а чё, почему у меня орёт? На войде было. А, нет, мне показала на спирите, все верно. Сейчас на спирите была, да? На мне чума была. Тебе нет, чума, я понимаю, что чё. А, ну да. А, нихуя, типа, я понял. ДБМ типа орёт, когда падайте, это... Падайте. Он орёт, когда рядом с тобой чума даже на ком-то. Вон как прикольно. Хапали два. Это, если чувак, короче, тоже не шумеет. Я просто первый раз такую хуйню. Шут. Мы видим. Шоу. Чума на это. На ком рядом, короче, ДБМ орёт. Начинает. Надо отключить этот урон. Попал в Симан и диван. Или? Лада, Сим. Здорово всем. Вы не пробовали, допустим, в 10 рома вот, играете, 11-го зовете, один смотрит, допустим, эфир и оповещает, а, допустим, там, чума, не чума, ловушка, задержка. Не ловушка. Задержка? Задержка Дискорда. Там от секунды до трех бывает. А, понятно. А нахуя это? Зачем? Ну, тем более, да. Это знаешь, уже какая-то... Это было удобно. Типа... Ну, что, в детском саде, да, там вот? Не, не в детском саде. Как у профи тренера, блин, позвали, да? Тренера позвали, может быть, не говорю. Но если это можно так назвать, няньку позвали, нахуй можно так сказать. По сути, игра с тренером, это так же, как в доту играешь, там 5 человек играют, там тренер, допустим, консультирует. Все равно он, допустим, больше картину со стороны видит иногда, нежели чем ARL, который и дамажит, и контролирует ситуацию, как вариант. Понятно. Просто это. Я хз, у меня выдало, что трапа на спирите это была. Вторая, которая... Вторая, да. Там, у меня, да. Я посмотрел даже чат оповещения, у меня пишет, что на спирите трапа. Я хотя я увидел, говорю, что она полетела в нас, но, по-моему, что-то херня какая-то с ДБМом. Короче, Биг Дэм, у тебя ДБМ обоссанный, блядь. Не-не, у меня была первая трапа на шалфере, прям, ну, написано оповещение. Да, просто вторая... Просто меня заорал ДБМ. У него точно такой же звук, как под тобой трапа появляется, и этот, какого... А это, оказывается, он орёт, когда еще под тобой чума на ком-то ну давай, да. Запускаем, блядь. Блядь, я забыл, что я опять запускаю. Ну, какие, блядь, стрельбы. Давай дальше вайпаться, блядь, хули. На первой фазе. Охота в космос уже. И, кстати, не отвлекайся, Варахель, на чуму, я ее диспелю, братан, ты тут? Я тут, но... Ну, хилить, просто хилить, просто хилить, все. Я чуму ну, диспелю. Лич, скажет, блядь, самоубийца. Холидринка, не проеби на переходке, когда его шаркари будет пиздить, на него частицу перекинешь потом. Ну, может, сейчас перекинешь. Надо еще самому стану давать, чтобы не сдохнуть. Потому что, ну, они когда в Берсе, они, блядь, ну, 40 тысяч хуярятся в автоатаке. Это не выживается. Там хуй кто прохилит. Ну, переходки мы сокрыли, в будущем, на всякий случай. Будет так. Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Ну, давайте, чё. Ловушка на милишкинку входит. Валим оттуда. Сейчас будет чума. Чума. Чума на варлоке. Варлок ловушку еще тоже в РДДшник. Ловушка по итоге была на этом. На холидрин в итоге. Вот как ДБМ иногда вредно читать, да? Надо смотреть за черной парашей, которую Лич выпускает.
Ну да, у меня было написано на варлоке ловушка. Вы мне сломали ДБМ, но... Релогнись. Чем могу помочь? Надо подождать. Сейчас он обратно полетит, стойте. Да, систер забрать просто. Чтобы не пиздел. Баная лайк. Смотрите. Что там до ребута? 16 минут. Опа. 16. Прямо тут новая полиция. 20. Даже 2. Ну, последний трай. 17 минут берса, а то потом не убьем, блядь. А что там, блядь, МП5 кто-то дает? Нет, паладины. По пристам дайте кто. Каска есть, МП5 нет. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. Нечестивость урна льда, блять. Бан нужен. РДД, пока видно, да? На некромантке было. На холодранка ловушку. На РДД была. Не я читай ДБМ, был. Смотрите, куда черная залупа летит. На нас ловушка на наличниках. Ловушка в РДД.
Шаркарей на РДД не поворачивает. Ловушка в РДД полетела. Вардалаков присылают. Иди сюда, нахуй, дура ебаная. Куда ты, блядь, бегаешь, что ли? Под нами ловушка, лишний. Вторая фаза через 3%. Шаркаряна сразу пойдешь налево. Милишники под нами ловушку. Не зыбку даю, ты с этими уходи. Я пошел туда. Все, все светят. За танка. За танка. И дистанцию не берите. И с меня диспельте эту немоту ебучую, блядь. Сейчас дух появится, забрать не смогу. С этого с полидринка чуму снимите. Все, я там забрал. Валик, он залей маны в Рахелю, пожалуйста. Там это еще одного духа. Их тут 3 или 4? Сейчас 3 будет, этот последний. Сейчас будем переходить уже. На второй переходке 4, все, да? Переход на второй, да, 4. Переходим. Все, забирай, забирай, забирай его. И под босса тащи. Все в центр под босса держим. Валькира сейчас появляется. Стан по Валькире замедлить. Холидринг, стан по Валькире замедлить. Замедлить, еще один стан скидывайте. Холипал, еще один стан. Кто еще может? Сейчас будет осквернение через 5 секунд. Все, добили. Разбежались и вышли из центра. Угу. Обратно в центр пошел. За спину босса встали. Одновременно с Валькой осквернение. Я немножко отойду. Это будет сначала Валька, потом осквернение. Валька сейчас появится и сразу разбегаемся из центра. Валька появилась. Все, отбежали из центра. По Вальке стан сразу холидринг. И дамажит. Все. Замедлите, блядь, стан дайте. Вы че, блядь, куда нахуй она полетела, блядь? Сначала лужа, сначала в центр не заходить. Сейчас... Лужа через 9 секунд, все дистанции 5 секунд до лужи. Сейчас сквернение выносим и в центр. Луд нам не жнец. Лужу разлили, все, в центр все вернулись. Вальку стан, Вальку стан. Протопал в Вальке. Холипал, встань! Зерга тебе. Больше урона дайте, бурсты, бурсты нажмите, блять. Больше урона дайте. Сейчас будет осквернение, через 5 секунд разбежали все. В центр никто не заходит. В центр пошли. Сюда перебегайте звезду, чтобы лететь в другое место. За спину босса зашли. Блять, не помаленько ловит. Ладно, похуй. Все, исчезло уже нормально. Все, по Вальке стан. Сейчас сквернение выносим из центра, из-под ебала вышли. Осквернение на мне. Ага, рядом со мной. Понял. Обратно в центр. Сейчас будет Валька, после Вальки сразу осквернение.
Все, Валька появляется. Все, сейчас выносим осквернение из центра. Подъебало Вальки, не выносим. Стан по Вальке, быстро убить. И сейчас через осквернение, сука, полетит, блядь, стан. Если стан, еще один стан. Диминишн, быстрее, 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 замедление. Все, лича потом сидит. Переводить надо. Все, и все бежим теперь на край платформы за ДКшником. Сейчас будет осквернение через 5 секунд. Нужно будет это, разлить его. И дамажим лича. На мне осквернение. Все, сюда подходим. И перебираем. Я незыбку даю. Сейчас. Все, даю незыбку. Перебегаем. Сейчас по, за этим, за танком. Куда вы бежите, блядь? Дайте мне нахуй отойти, блядь, куда-нибудь. Все, забрал. Полидринка, иди сюда. Сферы, сука, бейте, алло, улетим сфера, нахуй. Сферы бейте, да, это важно. Ты водишь комнату? Не-не, давай ты поводишь. Нахуй, я... В комнате за звездой. Сферы бейте. Бейте, сфера летит до нас. А, здесь пыльте, сало, здесь пыльте. Сейчас четвертый гневный появляется, я его заберу. Сало здесь пыльте, заберу духа, сейчас набью на нем чуть-чуть агро. И все, забираю у меня духа. И перебегаем. Сферу убейте. Подъебал, духа не заходить. Сейчас все в комнату заберет. Не, я еще встал. Да, не, это нормально. За звездой двигаемся. После... Сейчас все в звезду встали в одну и побежали за ней. Быстро пробегаем. Этих духов, которые вверху летают, убивайте. Чем мы по кругу не побежали? Я не знаю, чего вы за звездой не побежали, блять. Нахуя вы, сука, остановились и сдохли, блять? Не-не, ну я тоже не буду оставить. Там бомбы падали, блядь, спереди. Вы что, сука, звезду не видите или что, блядь? Да, надо было говорить. Побежали, стоим. Чё там до ребута? Всем привет, это Песа. Здорово. Что, сейчас... собираемся после этого? Ребута или как? После ребута. Ну, можно после этого, как он называется? После РТ, если там будут еще силы, блять. Смотря что на РТ будет, можно еще потратить. Вот вы в комнате, нахуя вы встали и сдохли, блять? Что, за звездой нельзя было бежать? И подхиливаться. Духов надо бить. Духов бить? Вот кто-то бил духов вообще? Вот Вадикон, наверное, бил? Нет, чему я бил? Бедотки периодически. Ну вот, духов убивать надо. Сразу заходишь в звездопад. И этот, как Хулипал, он этот, бегающий такой класс, очень хуёвый хил. У него сколько там в божественном одобрении? 15 секунд или 20 кд. Он не прохиливает рейд. Надо помогать прохиливать. Цепуху там, допустим, призану давать. Какую-то хилку в себя надо давать, я хуй знает. Камни там съедать. Вон Вадикон подхилить, чтобы покрытельством. Молитву можно на шипы выкидывать. Там. Да, потому что я щит кидаю, нахуй, и он съедается АУЕ дамагом. И вы не прохиленные. Еще и, сука, остановились, блядь. Ну идите за звездой, блядь. Я свернул от бомб, чтобы мы не пробегали. Вы что-то не в звезде стояли, сзади где-то встали и сдохли. Нахуя вы сдохли, блядь? Да еще и захиливаться в комнате на фулл хп надо.
Эрдру в этом плане хорошо здесь. Постоянный отхил есть. Постоянный дамаг перекрывается. Да, это такие круто. Ходки накидываешь, пока бежишь. Вообще зашибись. Да, эрдрушникам круче. Все на хэдпале вообще неудобно. Я останавливаюсь на секунду дать каст, и все. И... Да, и рейд. Либо бомбу ловлю, либо не успеваю добежать. Шока мне вообще прохило не хватает. Слишком долго их это. Даже их обязан в этом плане не спасают. А что вы собираете? Мы после ребута уже будем собирать. Зачем? Пересоберем. Ну, соберемся, да, пойдем после. Ну, просто, чтобы... Просто пока не заходит. Рейд и все. Оставите слот, я быстро что-то покушать перед этим. А, хоть что-то в желудок закинуть. А, давай, пока ребут все равно. Спасибо. Выйду с игры, пока тоже отойду. Там обнова, походу, какая-то будет прийти.